Подъем штанги на грудь стойку. Стандарты выполнения. В стартовой позиции штанга касается пола. В конечной позиции штанга удерживается на груди при полном распрямлении в тазу и коленях. Варианты выполнения. С пола штанга может подниматься протяжкой в полуподсед в разножку. И полуподседом считается любой подъем, при котором таз в нижней точке оказывается выше колен. Штанга может также подниматься в ножницы. Но при этом движение засчитывается только, когда ноги оказываются на одной линии при полном распрямлении в тазу и в коленях. Не засчитываются повторы, при которых в верхней точке нет распрямления в тазу или в коленях и сразу осуществляется сброс. Не засчитываются повторы, при которых при подъеме таз опускается ниже колен. Не засчитываются повторы, при которых при спуске выполняется отбив штанги от пола. Броски мяча в мишень. В стартовой позиции мяч лежит на полу, поднимается он на грудь любым способом до положения, полностью распрямившись или сразу в сет, и после этого выполняется бросок вверх. В нижней точке движения бедра должны быть ниже колен, то есть ось вращения тазобедренных суставов ниже оси вращения коленных суставов. В верхней точке мяч должен коснуться мишени. Не засчитываются повторения, при которых в нижней точке движения таз оказывается выше колен, то есть выполняется недосед. Не засчитываются движения, при которых в верхней точке движения мяч не касается мишени. Не засчитывается движение, при котором мяч при падении ловится в отскоке и дальше выполняется бросок вверх. При падении мяча на пол мяч должен подниматься из положения лежа на полу, не в отскоке. Двойные прыжки через скакалку. При выполнении двойных прыжков через скакалку за один прыжок необходимо выполнить два оборота скакалкой вокруг тела. Не засчитываются повторения, при которых за один прыжок не выполняется два оборота. То есть скакалка путается где бы то ни было.